Могу сказать, что каждый год вот эти вот последние дни и прощание, и понимание, что все вот заканчивается, они для меня грустные. И этот год не стал исключением, потому что вместе с Агнией у нас действительно родилось очень много красивых номеров. Сначала Агне точно нравился больше лед. Больше лед, потом был момент, что пол, потом опять лед, и, в общем, так и не поймешь, что больше нравится. То есть у нее перепутье. Как у всех женщин. А я влюбился в паркет, ну, в танцпол, так называемый, и мне кажется, танцевал, если была бы возможность. Дорогие, любимые наши зрители, близкие наши друзья, родные, с Новым годом вас! Пускай все самые-самые-самые высокие цели, которые вы поставили себе, исполнятся. И самое главное, наверное, огромной-огромной любви. Я присоединяюсь к искренним поздравлениям и пожеланиям Агни. Со своей стороны скажу коротко. Боже, всем вам помощи! С Новым годом! Агния Дитковскита и Повилас Ванагас, Литва, танцуют под песню «Раудани Вакарай» в исполнении Евы Наркуты. Sa vanduo, mano sauja gesta rytas, liūdnas kaip kareivio šuo. Mano rankos žvyro pilnos, mala sniega debesų, verkia rauda mano girnos, aš smingu tau ant pečių, aš atgulsiu. Bus raudoni vakarai, priešas trauksis, viskas keisis, mano Lietuva bedalė. Мана Лето Абе.
скрывал от вас, уважаемые телезрители, что ко всему, что делает Повелос Ванегас, отношусь с огромной симпатией. Он и фигурист выдающийся, и как партнер для любой партнерши идеален, потому что он внимателен, воспитан. Агния, по-моему, это прочувствовала и отплачивала ему взаимностью во время своих выступлений в проекте «Лед и пламень». Они большие молодцы. Дорогие телезрители, мы с Агнией от всей души хотим поздравить вас с наступившим Новым годом. Пожелать вам, чтобы сбылись ваши все прекрасные мечты. И, пользуясь случаем, конечно, хотим передать привет в Литву, страну, за которую мы выступали в этом прекрасном проекте. С Новым годом! Мама, я туда бедалась.